Мальцева Светлана Валентиновна, руководитель школы бизнес-информатики Высшей школы экономики. Ну, технологии больших данных, на мой взгляд, обладает очень большим потенциалом, и с точки зрения риск-менеджмента, конечно, позволит, во-первых, расширить круг задач, выявить какие-то новые группы рисков и повысить качество тех решений, которые принимаются в риск-менеджменте. Поэтому эта технология, безусловно, даст некие новые перспективы, новые видения и даст новое развитие этой сфере. С точки зрения перспектив, я думаю, что компании будут, во-первых, компании уже сейчас достаточно активно используют большие данные, в том числе и в задачах анализа рисков. Но в дальнейшем, я думаю, что это будет существенно развиваться, и вложения компаний именно в сферу управления рисками на основе этих технологий, они будут увеличиваться. Мы очень много занимались изучением этого вопроса, и, на мой взгляд, компания должна обладать хорошей развитой IT-инфраструктурой, она должна, что очень важно, иметь специалистов в области анализа данных, специалистов, которые понимают важность и могут оценить эффект от использования этих технологий. И, разумеется, компания должна иметь некую стратегию мотивирования персонала использовать эти технологии в своей работе и в своих процессах.